Масштабные реконструкции объектов, составляющих почти 80% от всех больничных площадей, строители приступили в мае прошлого года. И вот в День народного единства полностью обновленная больница открыла свои двери для жителей всего Шкловского района. Для каждого человека здоровье – это всегда на первом месте. И для нас, для жителей, это, конечно, значимое событие. Поэтому, конечно, все рады, ну и надеемся, что качество обслуживания наших специалистов тоже будет на уровне. За время реконструкции строители выполнили внушительный объем работ. Заменены все инженерные сети, отремонтирована кровля и утеплены фасады. Особое внимание уделили благоустройству прилегающей территории. И, конечно, самое главное – обновлено медицинское оборудование. В больнице появился кабинет компьютерной томографии. Теперь этот вид диагностики стал доступен не только пациентам Шкловского района, но также пациентам из Белынического, Дрибинского, Горецкого и Круглянского районов. Я отработала в Шкловской ЦРБ уже 2 года. За эти 2 года многое в ней изменилось, особенно за последний год. Начинала я еще в старой больнице, а продолжаю уже в новой. За это время поставили новый аппарат. Это самое, наверное, для меня приятное приобретение. Так же, как появилась КТ, мы теперь друг друга можем дополнять. Помимо обновленного медицинского оборудования, приобретен автомобиль скорой медицинской помощи, DS-камера и многое другое. Все это значительно улучшит качество оказания медпомощи жителям района как на амбулаторном этапе, так и в стационаре. В зону обслуживания Шкловской ЦРБ входит почти 25 тысяч человек, включая 4,5 тысячи детей. Открытие обновленной больницы – это большой подарок для населения в День народного единства. Открывать новые объекты в регионах важно всегда. И чем больше мы будем делать, чем больше будем открывать, тем лучше. И для нас всех, для населения. А вот в преддверии таких знаменательных праздников или знаковых праздников для нас, ну, конечно, это вдвойне приятно. Это праздник, который для нас, это праздник наш, что мы едины. И вот открытие объекта подчеркивает еще раз, что политика, социально ориентированная политика государства – это в действии. На Могилевщине продолжается модернизация системы здравоохранения в районных городах. Так, в области ведутся строительные и реконструкционные работы еще 8 объектов здравоохранения.